говорит, что он там специальная у него техника, там разгибание ноги и так далее. Но можно разгибать, и техника может быть какая угодно. Главное, чтобы к первому, к финишу прийти, да? Так ли? Именно так. Но Усейн Болт обратился к Господу Богу, дескать, ну помогай. Помогал же ты мне уже не раз. А тут справа раздражитель Асафа Пауэлл стоит. Еще бы сюда Гэя, да и Олимпийские игры. Ай, вот знаете, как проиграл Усейн Болт? Нет, он, да это Болт проиграл сейчас. Все, уже неужели не догнать. Неужели первое поражение? Не догнать. Первое поражение 9.89, но как он проиграл? То ли был наказан стартером, просто, посмотрите. Счастье столько. Счастье, да. Но это, это временное счастье. Вот сейчас нам покажут в повторе, и было видно, как Усейн Болт там, ну, просто заковырялся на этом старте. Вот он подходит, поздравляет. Асафа Пауэлла, конечно, с грустью на сердце, с большой. 9.88. Какой рекорд стадиона, Оливер? Посмотрите. Его же 9.86.